Раз, два, три, четыре, пять. Как слышно? О, прикольно. Здорово, мужики. Нам получается в обратную сторону теперь бежать. Да, так же долго и нудно, как в прошлый раз мы бежали в эту сторону. Печально, печально. Да, ладно, ползешь, ползи. Не буду отвлекать. Трататушки, тратата. Смотри, как я могу. И все. Делов-то. Прям классная штука. Юу, говорят, что у меня навыки. А навыки-то у меня все. Юу. Ба, во, теперь точно все. Ништяк. Я самый прокачанный сейчас, по идее, в этой игре, кроме доктора Вальца. Ну а что делать, что делать? Можем, конечно, запустить автомобильную ловушку, но типа зачем? Вью, вью, вью. Где же у нас выход? Куда? О, еще один. Чего вас так много? Я понял. Я типа с вами здесь надолго завяжусь. Надолго завяжусь. А я этого не хочу. По объективным причинам. Объективно-субъективным причинам. Пойдем вдоль города. Через эту сторону. И посмотрим, к чему это приведет. Мы, кстати, примерно отсюда, по-моему, начинали. Хорошо, что я могу бегать и не уставать. Вот в жизни я так не могу. А тут могу. Прыжочек, прыжочек. Вот на свет бежим. Бежим на свет. Беги на свет. Опять тяжело. Скажите, знаешь, гражданин, вам больно? Теперь нам нужно найти сраный этот. Как вообще туда попасть? Вот в чем вопрос. Говорю, что 77 метров неизвестное место. Стопудово просто бесполезно. Опять же нечто. Ну да, типа. Раз, короче. Новый конвой обнаружен и бежим дальше. Ура! Так, сейчас кажется, у кого-то возникла проблема. Сюда иди. Вообще без оружия. Практически. Ну, типа, не сделал ударов ни одного оружия. Просто запрыгал их, как заяц. Ну, вот так вот. Думаю, это все. Подписывайся. Пока.